Здоровенькие ребят, вы на канале Фордмаг. Ну что же, смотрим адского босса. Да, он вернулся, но уже в формате таких вот небольших историй. Даже интересно, что же из этого получилось. Однако уже заявили, что совсем скоро нас ждет полноценная серия. Очень этого жду. Ну, давайте посмотрим, что же получилось из такой маленькой истории про Милли. Поехали. Приветствую, киберкотов. К этому уже готовы, говорится, поэтому сразу говорим: осуждаю 300 раз на коленях, не знаю, с огромным транспарантом. Спасибо, предупреждены. Ну, успокойся, Милли. Сестра? Там мужской жиго... Ясненько. Ствол-то в штанах и заряжен. Приехала, наконец! После миллиарда моих просьб! К счастью, именно миллиард первый раз был подходящим, чтобы навестить эту помойку. Да ты ведь здесь впервые! Стоп. Какие люди-то, однако! Все еще не забыли про них. Пойдем. У меня весь день распланирован. Ух ты, целый день! А тебе не нужно идти со своей принцессой убивать людей по заказу? Нет. В последнее время дела идут медленно, поэтому парни сказали, что все четко. Вот это я особенная. С чего начнем? Мы начнем с дневного спа и шоппинга. Без обид, Сэл, но ты пахнешь, как жопа свиньи. Выдумывай, мисс, у меня вполне обычный... Так, погоди-ка. Да, ты права. Это определенно жопа свиньи. Учитывая, что там у них ферма, то... Это даже уже, знаете, не фигурально, а буквально. Идем! Разнесем этот город по полной! И нахуй-ка! А, да. Действительно... Сестренки, но имеется в виду по духу. Лежать в грязи здесь платно, что ли? Ну, это особая грязь. Она расслабляет. О, мой бог. Хотя, знаете, хороший образ, если вы собираетесь либо мейд-кафе делать, либо отправиться, не знаю, на OnlyFans. А как тебе это? Вайки свэ... Definitely not gambling! Chainsaw Mama? Я очень надеюсь, что кто-нибудь увидит это и сделает полноценную, знаете, игру файтинг с персонажами адского босса от Али Хазбин. Даже VR! Да уж, кого-то разорили. Ща будет мясо. Ща будет мясо. Получай, гнида! Молодца, подруга, вот это одобряю, черт подери. Мудака выбили, еще бесплатная выпивка. Красава, сестра! Вот и неплохо. Видишь, лучший в жизни день, да? Говорила же, будет отпад. Да, здесь вроде не так уж и плохо. Ой, да брось, здесь офигенно. Ага. Одного дня недостаточно. Здесь еще столько всего интересного есть. Да, типа, повсюду полно классных мест. Очевидно, что тебе домой не захочется. Оу. Черт, вырвалось.
Что? Ты знаешь, кольцо гнева. Вся эта грязь, ржавчина и скучное небытие. Клубы там далеко не на каждом. О, а глаза также проглядываются. Те самые. Ну-ка. Да-да, вот они. Грязь, ржавчина и скучное небытие. Клубы там далеко не на каждом углу. Зачем оно надо, да? Я была там на фестивале урожайной луны. Ну логично, по крутой работенке. Заявилась той голубокровной птичкой, боссом хуеплетом и мужем неженкой, и... даже не знаю. Для меня места не видно было в твоей новой классной жизни. Да ладно тебе, чё сразу вот так вот выёбываться? Ну само собой, в другом городе живёт, новая жизнь. Может как-то войти в положение, я не знаю, так же стараться как-то изменить свою жизнь. Это честно немножко звучит скорее, да понимаешь, что тут еще и скука, ну скучает само собой по родственнику, но немножко как-то тё звучит чисто. Сэл, прости, все завертелось и дел было позарез. Думаешь, у меня вдруг стало все просто, когда ты ушла? Я по сути заведовала там всем в одиночку. Честно говоря, Милс, день прошел отлично. Лучше некуда. Это напомнило мне, что раньше таким был каждый день. Страшно думать, что дальше мы будем еще реже видеться. Да. Мне тоже этого не хватает. В моей жизни всегда будет место моей сестре Салли Мэй. Прости, что не приезжаю так часто, как хотелось бы. Я буду стараться. Но, знаешь, мальчики уже подросли. У мамы с папой много лишних рук на ранчо. Ты тоже могла бы почаще приезжать. Хорошая идея. Ну вот, все решилось. И не стоило того, как говорится, срыва. Все. Да, учитывая, как они любят драться, то неудивительно. А, сколько костей переломают? А, даже тут глаза эти. О, здрасте! Да, все-таки переломали. Эх, Мокс. Действительно, лучше такую идиллию не рушить. Эх, адский босс, скучал я. Ох. Ну что ж. О, лимитированные издания еще есть всякие. Ах, ладно, что могу сказать? Офигенно, черт подери. Маленькая история, ну, приятненько. Вот честно, я думаю, такой формат шортсов, в принципе, ну, таких вот коротеньких историй подойдет для адского босса, может, для Тель Хасбин. Действительно, рассказать какие-то, знаете, такие маленькие небольшие истории про разных персонажей, может, про кого-то из второстепенных или третьестепенных персонажей, дать им, может, немножко глубины. Типа, очень даже неплохая идея. Ждем полноценного эпизода. Пока что очень даже not bad. Реально not bad. Желаем авторам удачи. Потому что, черт подери, вот реально, что Атель Хасбин неплохо выстрелил. И многие прям реально очень ждут второй сезон. То есть, особенно под последней серией, успех пошел неплохой. Ну и ждем также и другие проекты. Респект и лайк. Поддержите автор оригинала. Спасибо киберкотам за оперативную озвучку. Комментарий, колокольчик. Заходи по вкусным ссылкам в описании и спокойной ночи, дружки-пирожки!